Японский говорящий робот Кироба выполнил свою первую миссию на МКС, пообщался с астронавтом Коичи Вакатой. Робот рассказал человеку о своих ощущениях от пребывания в космосе, сообщил, что рад знакомству с Вакатой и даже попросил у Санта-Клауса подарок на Рождество. Я долго ждал встречи с тобой, Кироба. Я тоже. Я всегда хотел познакомиться с вами. Кироба, ты уже привык к невесомости? Да, никаких проблем. Поскольку тут нет гравитации, ты можешь плавать в пространстве, правда? Так и есть. Мы плаваем. Кироба, какой ты подарок хотел бы получить от Санта-Клауса? Игрушечную ракету. Такой кибернетический малыш был создан специально для того, чтобы помогать астронавтам справляться со стрессовыми ситуациями. Робот реагирует на устные команды и жесты, умеет отвечать на вопросы и поддерживать разговор. Он также обладает способностью к самообучению.